Я не хочу жениться на тебе, Джой, и ухожу от тебя. Но поскольку это мой дом, уйти придется тебе. Джой только что бросили. Джек, ты уволен. Но помни, ты мне как сын. Па, я и есть твой сын. Джек лишился работы. Где можно почувствовать себя настоящим мужчиной? В колледже. Где можно забыть обо всех проблемах? Вегас! Вегас! Они познакомились. Обычно я так не веселюсь! Чтобы провести бурную ночь. Но в придачу они получили незабываемое утро. Нам надо развестись. И побыстрей! Вегас всегда с нами! Тебе такой мой! А я сунул в него в аппарат! У нас все общее, детка. Мы женаты, не помнишь? Я замораживаю эти 3 миллиона и приговариваю вас к 6 месяцам брака. Я протестую. Вот мы и дома. Ой. Чтобы я могла сказать, что вы спасаете свой брак, вы должны этим и заняться. Брак — это кошмар. Я сейчас. Мужчины и женщины не должны жить вместе. Да. Глаза тебе не врут. Кстати, сегодня ты моешь посуду. 20 век Fox и Regency Enterprises представляют. Если Джой разрушит наш брак, ты не только обретешь свободу, но также получишь 3 миллиона. Здравствуй. Ты не против, если мы побудем здесь до прихода смерти? В моей комнате куча клевых девиц. Это ловушка. Так бывает. Нет, так не бывает. Комедия о двух людях с 3 миллионами причин быть вместе. Не так уж и плоха, дядя Джек. В радости. Ты в это веришь? Нет. Ты влюбляешься в жену? Идиот! В глазах только деньги! Или в горе. Надо, чтобы зрачки были натуральными! Джек, что с вашим лицом? Полотенце нужно вешать в определенном порядке. Я все перепутал, прости. Я заслужил это. Однако...